Компания «Анапа Инвест», связанная со структурами холдинга «Ава Групп», купила полный пакет акций научно-экспериментального морского биотехнологического центра «Большой Утриш» за 1800 рублей. Передает РБК «Краснодар» со ссылкой на данные сайта российского аукционного дома. Как пишет РБК «Краснодар», торги состоялись 26 июля. Начальная цена лота составляла 1 рубль. На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве стоимость имущества научного центра оценивалась в 10 миллионов 900 тысяч рублей. В пресс-службе «Ава Групп» назвали инвестиции в развитие научной деятельности Большого Утриша своей социальной ответственностью. В компании пообещали погасить задолженность центра в размере 15 миллионов рублей, провести реконструкцию зданий и возобновить научную работу. Научный центр «Большой Утриш» был зарегистрирован в селе Большой Утриш в районе Анапы в 2006 году. В собственности центра находятся два здания – лаборатория площадью 289 квадратных метров и водолазный центр площадью 57 квадратных метров. Компания на 100% принадлежала Росимуществу. Основным видом деятельности центра являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. А спонсор сегодняшнего выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104.